Такой автобус курсирует по всему Октябрьскому району Пензы, останавливается у крупных торговых центров неподалеку от жилых многоэтажек. Это мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Работа для настоящих патриотов, для мужчин, готовых защитить свою родину и свою семью. Сотрудники мобильного пункта отвечают на вопросы пензенцев, объясняют, куда необходимо прийти добровольцам, напоминают о действующих нормах и правилах. Администрация Октябрьского района совместно с военкоматом Октябрьского железнодорожного района организована работа мобильного передвижного пункта по отбору на военную службу по контракту Вооруженные силы Российской Федерации. Данный пункт работает у нас еженедельно. А еще специалисты пензенцам раздают листовки лично в руки, сотни буклетов. Заключить контракт могут не только мужчины в возрасте до 65 лет, но и также женщины, которые имеют военные учетные специальности. Напоминаем о единовременных выплатах, о льготах. Единовременная выплата составляет 195 тысяч рублей при заключении контракта, зарплата от 204 тысяч рублей. За последний месяц порядка 200 жителей Октябрьского и железнодорожного районов Пензы заключили контракт с Министерством обороны. В числе добровольцев 14 офицеров.